На телеканалі «Беларусь 3» калейдоскоп культурных мероприятий и исторических фактов. Вітаю вас! Сегодня 24 снежня. Католики, греко-католики и протестанты усяго свету сегодня отзначают Вигилию Божьего народжения ці постную кутю. У адрозненні от великодных святов, которые святкавалися максимально публично, Вигилия имела подкреслено семейный, закрытый характер. Лічылася, что до велігійнага стола обовязково треба запросить любого выпадкового гостя, каб не повторить грех тих, кто не пустил переночевать святую семью перед нараджэннем Христа. На вечеру збіраліся после з'явлення на небе перших зорок. Под выбеленным обрусом стялилися сена або солому, як напамін про нараджэнне Христа у стайні. Перед початком вечеры господар дому делился с семьей освеченными у костёле оплатками, которые потом ломали между собой остальные члены семьи. А зараз спынемся на наиболее цікавых подеях бягучей календарной даты. На калядный концерт шедевру сусветного органного мастерства запрошая сегодня органист, клавесинист, солист Белорусской державной филармонии Константин Шаров. Дякуючи ему, у великой зале филармонии сегодня будет гучать шаровная музыка Баха, Гильмана, Франка и Сен-Санса. Константин Шаров – один из лучших органистов Европы. Он уладальник гран-при международного фестиваля «Мюзика Сакра». Так что вас чекает не только споткание с боской музыкой, але и с ее талиновитым выполнением на инструменте, который Анаре де Бальзак называл самым великим, самым смелым, самым роскошным из всех музычных инструментов, створенных человечим гением. Наша черговая культурная дислокация – Гомельская дитячая школа мастерства номер 5. Чому мы тут? Зараз расскажем. Дитячая школа мастерства номер 5 города Гомеля отзначила свой 50-годовый юбилей. На сцене юные артисты дали яскравый святочный концерт. Зараз на музычным, театральным, мастацким и хореографичным отделениях школы навучается больше, як 1000 человек. Працуют 18 коллективов, 8 из яких носят звание узорных аматорских. Ансамбль народных инструментов «Вера» является заслуженным коллективом Республики Беларусь. Выхованцы Гомельской школы мастерства номер 5 штогод принимают удел у конкурсах, фестивалях, концертах, спектаклях и выставах. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыту запрошает на святкование одного из наитекавейших белорусских обрядов – каляды. Навуковыми супрацовниками музея совместно со студией «Варгин» сегодня будет представлена реконструкция калядного обраду с территории Речицкого Полесья. Будут на святе и майстер-классы, и концерт-фест дитячих и молодзевых гуртов, и традиционная батлейка, и квест «Оживи каску», и частование обрадовой каши, и танцы, и еще шмат усяго цікавого, что не покине равнодушным никого, кто завитая сегодня у строчицы. Национальный мастацкий музей Республики Беларусь у нашей краине по праве лечится флагманом культурной осветы и мастацкой эстетичной эдукации. Конкурс дизайна увоходного билета у лику цікавых музейных пропанов. Кто перамог у конкурсе сёлета, зараз доведаемся. Калі тэатр пачынаецца з вешалкі, музей з уваходнага квітка. Таму галоўная музейная установа краіны, нацыянальны мастацкі, да гэтага сціплага аркушыка паперы паставілася з усёй сур'ёзнасцю. І гэта слушна, на думку арганізатараў, наведвальнік атрымлівае на ўваходзе маленькі мастацкі твор. І ўжо ў 11 раз мастакі і дызайнеры спаборнічаюць у конкурсе на яго лепшы дызайн. Гэты год стаў бадай самым плённым на ідэі. 153 творчыя фантазіі ад 86 удзельнікаў. У выніку пропуску храм мастацтва на 2017 год упрыгожыў фрагмент карціны Зоі Літвінавай «Цвітенне». Шагал быў першапачатковай ідэі, і таму я мэтанакіравана ўжо шла фатаграфаваць партрэт Марка Шагала, але праходзіла якраз каля картины Зои Литвиновой. И она просто меня настолько уразила своим колоритом, своей неповторностью. И уже дома вырешила сделать два варианта. У вынику с двух пропонованных дизайнером вариантов жюри выбрала «Цветение». До речи, организаторы марать у будущем не только пополнять коллекцию музея такими маленькими шедеврами, але и сделать из них великую выставу. У
Працягваем вывучаць культурныя прапановы дня і, убачыўшы шматабяцальнае слова прэм'ера, накіроўваемся туды, дзе сёння ўвечары падзея адбудзецца – у сучасны мастацкі тэатр. «Навагодняя вячэра» з Кірай Найтлі. Так называецца спектакль, дзеянне якога разгорнецца на сцэне канцэртнай залы «Мінск». На таямнічым начным банкеце шасцёра. Хто іх запрасіў? Чаму менавіта сюды? І што іх чакае? Пытанняў шмат і ў герояў спектакля, і ў гледачоў. І галоўнае, чым усё скончыцца. Сёння ўвечары інтрыга вырашыцца. Калядная козачка прыгажуня, вучоны мядзведзь-музыкант, зяючая зорачка, драўляны бусел. Галоўныя персанажы традыцыйных беларускіх калядак сустрэнуць сёння гасцей Дома музея Ваньковічаў. Тэатралізаваная калядная праграма з песнямі і танцамі, народнымі гульнямі, ігрой на традыцыйных музычных інструментах разам з маладымі, але ўжо вядомымі фолк-гуртом Harmonic Style Project прыйдзецца даспадобы і малым, і дарослым. А прагляд экспазіцыі музея сядзібы слыннага шляхетнага роду Ваньковічаў яшчэ і ведаў пра колішнюю Беларусь надасць. На сувязі Магілёў у музеі пад адкрытым небам Магілёўскага агралесатэхнічнага каледжа з'явіўся новы экспанат. Ваенна-гістарычную экспазіцыю «Штурм нямецкага дзота Другой сусветнай вайны» папоўніла баявая машына дэсанта. Яе каледжу падаравала Міністэрства абароны Беларусі. Ваенную машыну прывезлі з воінскай часці за 250 кілометраў. Дзеля гэтага майстры вытворчага навучання каледжа нават зрабілі спецыяльны прычэп. Па тактыка-тэхнічных характарыстыках гэта БМД, вельмі падобна да нямецкіх машын таго часу. Яе крыху дапрацуюць, перафарбуюць у нямецкі камуфляж, каб адпавядала канцэпцыі нямецкага фартыфікацыйнага збудавання. Это легкие танки, которыми немецкие войска штурмовали наши укрепрайоны. Она очень подвижная была, очень маневренная, поскольку вес у нее до 7 тонн. Ничего здесь добавлять не нужно, потому что вооружение пушка, пулемета, она в принципе идентична тем, которые были на вооружении немецкой армии. Предела творчеству нет, особенно в этом важном деле в патриотике, потому что очень с удовольствием занимаются дети этим делом. Так? И мы думаем о немецком сбитом самолете, мы еще думаем о других видах вооружения. Во всех работах по оформлению дзота удельничают навученцы колледжа. Дякуючи этой праце, яны доведаліся про подвиг лейтенанта Мельнова, який разом с товарищами выбил немцев с этого умацавання. У патриотичном выхаванні молоді колледжу допомагают предприемства Могилева, калі техніка, калі будаўнічымі матэрыяламі. Спяшаемся вярнуцца ў сталіцу, каб не прапусціць яшчэ адно цікавае мерапрыемства. Напярэдадні Раства на вялікі калядны канцэрт запрашае ўсіх прыхільнікаў папулярнай класічнай музыкі камерны ансамбль «Мінск Класік». Разнастайнасць музычных твораў дазволіць публіцы адправіцца ў каляднае падарожжа па Беларусі, Францыі, Англіі, Аўстрыі, Арменіі, Венесуэлі, Ізраілі. Незвычайная вандроўка адбудзецца пад гучанне лепшых шэдэўраў Афенбаха, Штрауса, Глебава, Хачатурана, Догі, Чайковскага і іншых геніальных сусветных знакамітых кампазітараў. Гэта будзе незабыўны музычны тур. На чарзе інфармацыйнае ўзбагачэнне сусветнымі культурнымі падзеямі. Традыцыйныя лялечныя тэатры з'явіліся ў Чэхіі і Славакіі яшчэ ў 18 стагоддзі. На іх вырасла не адно пакаленне дзяцей. Недавно традицию додали у спис нематериальной культурной спадщины ЮНЕСКО. Окромя профессийных лялечных театров, у Чехии есть и аматорские. По всей краине, у городах и вёсках их каля 3000. Недалеко от Праги, у городе Хрудим, існує музей театральных лялек. Пачатку 20-го стагоддзя выстава лялек прыцягнула ўвагу маладых мастакоў. Яны бачылі традыцыйныя марыянеткі, якія нагадвалі людзей, і адначасова ўспрымалі іх як рухомую скульптуру. Яны захацелі паспрабаваць зрабіць лялькі, і гэта было вялікім штуршком для лялечных тэатраў. С 1951 года у Хрудиме проходит фестываль непрофессийных лялечных тэатраў. Яго лічаць найстарэйшым у сваім родзе ў свеце.
Часу згадаць адметныя колішнія падзеі і славутых асоб, якія нарадзіліся гэтым снежаньскім днём у розныя гады. Сёння дзень нараджэння паэтычнага генія, славутага паэта Адама Міцкевіча. На свет ён з'явіўся ў фальварку Заосі Навагрудскай губерніі ў 1798 годзе. У Навагрудку прайшлі яго дзяцінства і юнацтва. У беларускай зямлі ўсе яго карані. Природа, гісторыя, фальклор гэтага краю аказалі выключны ўплыў на яго творчасць. Адам Міцкевіч вядомы перадусім сваімі баладамі і паэтычнымі апавяданнямі, драмай «Дзяды» і паэтычнай эпапеі «Пан Тадэвуш», якая прызнаная апошнім вялікім эпасам шляхецкай культуры. Творы паэта перакладаліся на 20 моў свету. Яго талентам захапляўся Пушкін. У гонар Адама Міцкевіча названы кратар на Меркурыі. Дом-музей Адама Міцкевіча ёсць у Навагрудку, адноўлены маёнтак у Заосі, у сталіцы песняру ўстаноўлены помнік. Сёння спаўняецца 109 гадоў з дня нараджэння жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі Анатолія Шыбнёва. Ён працаваў ва ўсіх жанрах станковага жывапісу. Вядомым мастака зрабілі гісторыка-рэвалюцыйныя і ваенныя карціны. «Палонных вядуць», «Людзі, памятайце Хатынь», «Дзень перамогі» і іншыя. Зараз творы Анатолія Шыбнёва захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі, Фондзе Беларускага саюза мастакоў, Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай айчыннай вайны, а таксама ў абласных музеях і прыватных зборах Беларусі і замежжа. І яшчэ колькі слоў пра яркія культурныя падзеі. Да такой адносіцца Мінскі міжнародны калядны оперны форум. Зазірнем на яго і мы. Андрей, здравствуйте. Калейдоскоп поздравляет вас. На вашем счету далеко не один конкурс. А чем важна для вас именно эта награда? Это мой первый большой конкурс в Европе, потому что практически все мои победы в вокальных конкурсах которые проходили на территории Соединенных Штатов. И я очень рад, что именно вот первое место в Европе случилось здесь, в Минске, в Большом театре. Эта победа, она важна тем, что я познакомился с большим количеством очень добрых, хороших людей, которые действительно любят оперное искусство. Нашел много новых друзей. Лично для вас, как певца с достаточно большим уже конкурсным опытом, знакомство со своими соперниками, с их репертуаром, добавляет уверенности или наоборот? Но не то, чтобы добавляет уверенности, просто ты знакомишься с такими же певцами, с такими же людьми, как и ты сам, и ты не желаешь ничего им плохого, потому что если бы ты им пожелал что-то плохого, это то же самое, что пожелать это же себе. Поэтому я отношусь к своим соперникам с уважением, с любовью и желаю им только всего самого доброго. А что вы исполняли в конкурсе? На какие партии делали ставку? В первом туре я пел традиционную арию для контртенора из репертуара барочной музыки, из оперы Альцина Георга Фридриха Генделя. Второй тур состоял из одной арии, тоже традиционной, тоже ранний классицизм. Это ария из оперы «Орфея» Эвридика Глюка. А вторая ария была третья песня Лели из оперы «Снегурочка». То, что не так часто исполняется контртенором. И в финале я пел свою любимую арию, ария Ратмира из оперы Руслана Людмила Глинки. И я очень рад, что именно в третьем туре мне посчастливилось исполнять эту арию с оркестром на большой сцене и в костюме, что немаловажно, потому что одна из моих мечт в своей карьере – исполнить вообще всю роль. Кого бы сегодня хотелось поблагодарить за эту награду и за свой высокий творческий уровень? Очень много людей, перечислять их будет сейчас сложно. Московское хоровое училище имени Свешникова и Академию хорового искусства, потому что именно эти заведения сделали меня тем, кто я сейчас есть в музыкальном плане. Хочу поблагодарить, к сожалению, он уже умер, Виктора Сергеевича Попова, нашего несменного руководителя в хоровом училище и в Академии. Также хочу поблагодарить свою нынешнюю учительницу по вокалу Клаудию Пинца, которая живет в Америке. И я с ней сейчас работаю, ей 91 год, но она еще в ясном и добром уме. Андрей, спасибо большое. Желаем вам новых творческих побед. Спасибо.
Звертаем вашу увагу. Завтра на телеканале «Беларусь 3» Папа Римский Франциск выступит с традиционным посланием и благословением граду и свету, примеркованным до светлого свята Роства Христова. Послухать понтифика можно будет у дзённым эфиры нашего телеканала. А у нас на сегодня все. Глядите «Калейдоскоп новин культуры» не только на телеканале «Беларусь 3», але и на нашем YouTube-канале. До встречи!